В Одесі почався триденний семінар у межах проєкту «Посилена відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції та туберкульозу». Соціальні служби, медустанови, різноманітні соціальні організації, а також представники міських департаментів зібрались разом задля побудови ефективних партнерських стосунків, щоб розпочати боротьбу з небезпечними хворобами. Головною метою, за словами учасників, є побудова стратегії, яка виведе Одесу з переліку міст-лідерів України у поширенні ВІЛ-інфікування. Целью мероприятия является выработка стратегии города по вопросам ВИЧ, туберкулеза, противодействия наркомании, а также проведение профилактических мер и постройки здорового образа жизни одесситов. Сегодня, завтра и послезавтра на протяжении 3 дней представители полиции, пенитенциарной службы, как я говорю, социальные работники, доктора, депутаты будут вырабатывать стратегию, где мы должны быть четко прописать, где чья роль. Как либо чиновника, либо депутата, либо общественной организации, чтобы мы смогли нарисовать целую вот концепцию. Проект сейчас реализовывается в городе Одессе, и он запланирован на 3 года. И в рамках плана этого проекта было запланировано вот такое мероприятие, сбор всех партнеров, которые на уровне города Одессы работают по теме ВИЧ, туберкулез и наркомания.